Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, Христос воскресе! Мы только что прошли пограничную зону и переступили границу между временем и вечностью, между смертью и вечной жизнью. Многие из нас в свое время отправлялись в увлекательное путешествие куда-нибудь за границу и знают, что такое пограничная зона. Но уже переходя через нее, мы хотя еще и не находимся в пункте своего пребывания, в пункте, к которому мы стремимся, мы уже предвкушаем радость пребывания в нем. И сегодня, в ночь Светлого Христова Воскресения, мы как никогда понимаем, что значит Христово Воскресение и грядущее всеобщее воскресение каждого из нас. Сегодня каждый из нас находится в своем месте. Мы, священнослужители, совершаем службу в храмах. Многие из прихожан вынужденно находятся дома. Но ничто и никто не мешает празднику Святой Пасхи. Каждый из нас в храме или дома, или даже в самой тесной квартире может совершить пасхальный крестный ход и свое, пусть скромное, но пасхальное богослужение. А затем, обняв друг друга, сказав «Христос воскресе!», поделиться вечной радостью светлого воскресения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. И пусть никто и ничто не сможет этой радости отнять у нас, даже в нынешних обстоятельствах 2020 года. Потому что Христос воскрес раз и навсегда для всех времен, для всех народов, для каждого из нас, для всей Вселенной, для всего творения. Христос воскресе! Воистину воскресе!